И недавно журналисты застали влюбленную и уже обрученную пару вместе и спросили о предстоящей свадьбе. Кольца надеты, начались приготовления к свадьбе. Ответ Эбру Шахин Джеди Османа на вопросы о дате свадьбы. Свадьба не перенесена, она будет летом. Пара на днях отпраздновала день рождения Эбру в заведении на улице Багдад. Гостями вечеринки были менеджер Эбру, Абдулла Булут, ее возлюбленный, близкие друзья Аслыхан Гюрбюз и Айдан Таш. После празднования дня рождения Эбру Шахин опубликовала фото. Отвечая на вопросы журналистов при выходе из заведения, Эбру Шахин сказала: «Спасибо всем моим друзьям. Я очень счастлива». На вопросы о дате свадьбы актриса ответила, что свадьба не перенесена, она состоится летом. Слухи о том, что свадебная церемония пройдет в Македонии, Эбру опровергла. В ознаменование Дня молодежи и спорта Джеди Осман, будущий супруг Эбру Шахин, посол ЮНИСЕФ, представляет Турцию за его высокие моральные и спортивные ценности, сидя рядом с президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Как говорит его будущая жена Эбру Шахин, любовь и гордость. И о новостях сериала «Легенда» Бурак Таскапаран стал победителем в номинации «Актер года второго плана» в рамках молодежной премии. Поздравляем нашего актера с заслуженной наградой. Дениз Барут, играющая героиню Улу Эджа, получила награду «Звездный женский персонаж года» на церемонии вручения премии «Face to Fest», организованной студентами университета Каджейли. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и до скорых встреч!